Дизайнер, создающий интерьер квартиры, стремится понять все потребности ее будущих жильцов, то есть обычно 2-3 человек. Интерьер для заведения сферы обслуживания – это совсем другое дело. Здесь должны чувствовать себя комфортно очень разные люди. Каким должен быть маникюрный салон? Нежным и женственным или ярким и современным? И то, и другое. Этот интерьер гармонично сочетает в себе витиеватость и прямоту, страстность и воздушность. Красный цвет выбран, потому что это один из любимых цветов маникюра клиентов этого салона. Есть такой оттенок, красное яблоко. Даже вот краску ездили подбирать с бутыльком лака, для того, чтобы не ошибиться в выборе цвета. Здесь умудряются не спорить друг с другом красные прямые углы на потолке и светлые занавески с причудливыми узорами, черные строгие столешницы и плавные блестящие мозаики. Интерьер делится на 3 зоны. Это зона ожидания для клиентов, рабочая зона для маникюра, которая выглядит в виде барной стойки с барными стульями. И третья зона – это зона педикюра. Зона педикюра была заимствована из Европы, из европейских, американских салонов. Обычные педикюрные кресла, они такие более медицинские, а нам нужно было создать уют. Важной частью любого интерьера является свет. Он может нести совершенно разные функции. Большая люстра в зоне ожидания отвечает за уют. Диодные лампы на потолке красиво подчеркивают зоны маникюра и педикюра. А обилие настольных ламп просто необходимо для качественной работы. При всем обилии контрастов и источников направленного света помещение остается стилистически единым. Как при всех противоречиях, остается гармоничным характер молодой деловой женщины, его посетительницы. В сюжете представлен интерьер ногтевой студии «Френч». «Френч» – ногтевая студия европейского формата с широким спектром услуг. Приезжайте к нам, улица 8 марта, 194. Звоните 201-00-14.